Сегодня расскажу я про режим вам батл рояль. Ведь есть еще и ПВЕ для тех, кто не знал. Хочешь узнать и про него, тогда пиши коммент. Что ждешь вторую часть обзора и годный контент? Пока одна лишь карта, но ее хватает. Карты проходят быстро, не надоедает. Разрабы уверяют, что карт здесь будет больше, а значит больше и заруб достойных и хороших. Искать убежище не надо, создавая его сам. Он вам не ПУБГ и непривычный батл рояль. Есть несколько ресурсов для построек твоих. Без них тебе будет худо, всегда в запасе храни. Очень много скинов на твоего персонажа, от самых простеньких до анимационных даже. Главный инструмент кирка, и для нее ты тоже подберешь свой скин получше, подороже. Тут вместо скучных парашютов глайдеры в небе, и их здесь тоже много разных на самом деле. Хочешь лети на шаттле, хочешь на китайском драконе, враги померкнут 100% на твоем лишь фоне. Новый сезон в игре, значит новый батл пасс. Внутри 100 левелов и разные награды для вас. От эксклюзивных скинов до танцев и эмоций, с новым сезоном игра по-новому начнется. Играешь на стату, таблица рейтингов в игре. Твои там достижения есть абсолютно все. Все игры в соло, паре и в отряде большом. Ты не упустишь ничего при раскладе любом. Не понял, как тебя убили, есть система повторов. Загружай свой матч, ведь все доступно для разбора. Удобный интерфейс, в котором разберется любой. Улучшай свой скилл в игре и на месте не стой. Геймплей в игре шикарен от начала до конца. Оптимизация круче, чем у того же пупка. Не тянется рука к удалению игры с ПК. 10 баллов не преувеличил я даже слегка. С графикой по красоте, все в своем стиле. Играть приятно час за часом, и ты не бессилен. Красочное оформление меня не бесило. 10 за графику, and I'm gonna kill it. Музыка и звуки не отходят от общей темы. Все звучит отлично, не портит атмосферы. Очередная десятка в очередной графе. Зайдя в игру, вы сами убедитесь в этом все. С читерами борются отлично, и их просто нет. Epic Games на контроле выключают им свет. Играю около месяца, не встречал никого. 10 баллов здесь пока что отлично все. Итог прост и понятен, это десятка. Еще и стоит вспомнить, что игра бесплатна. С каждым днем об игре узнают все больше. Онлайн идет вверх, а конкурентам тошно. Спасибо за поддержку на прошлом обзоре. Надеюсь, в этот раз цифры не будут каплей в море. Жмите лайки, и тренд однажды станет наш. Это рэп-гейм-обзор, снова вхожу в кураж.